Привет! Это видео-версия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о специальном издании Bugatti Chiron, выполненном в единственном экземпляре. Компания Bugatti представила уникальный Chiron, собранный в единственном экземпляре при участии модного дома Hermès. В салоне автомобиль декорирован фирменным узором со скачущими лошадями, а снаружи окрашен в белый колер с желтоватым оттенком. Роскошный Chiron окрашен в кремовый цвет, который официально имеет название Hermès Crème. Оттенок был выбран из нескольких вариантов, по тем или иным причинам не устроивших заказчиков. Рисунок подковообразной радиаторной решетки набран из литер H. На нижней части спойлера нанесен узор Courbet. Его также можно обнаружить внутри салона, на дверях и центральном тоннеле. Также декоративные вставки сделаны из смеси шерсти и кашемира, а сам узор Courbet вообще впервые использован в автомобильной отрасли. На консоли значится специальная надпись. Гиперкар был собран по заказу известного американского коллекционера Мэнни Хошбина, у которого уже имеются два автомобиля с шильдиками Hermès. Это Bugatti Veyron PBG by Hermès с салоном из телячьей кожи, чемоданными ручками взамен дверных и вмонтированным в центральный тоннель бумажником. Вдобавок Pagani Huayra, у которой прилагается фирменный набор сумок от модного французского дома. Технически Bugatti Chiron by Hermès не имеет отличия от стандартных гиперкаров. Сзади располагается 8-литровый силовой агрегат W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил. С 0 до 100 км в час купе разгоняется за 2,4 секунды и достигает скорости в 420 км в час. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!